Приветствуем вас на канале Виолити. Букинистика – это одно из наиболее распространенных хобби, уходящее корнями в средневековую Францию. Именно там в XVI веке появились первые букинистические лавки. Цена книги не всегда зависит от года издания. Наиболее ценными являются редкие книги, в том числе сохранившиеся экземпляры из уничтоженных тиражей, книги с автографом автора, именные и подарочные издания. Совсем недавно на Виолити были проданы такие ценные издания, как «Киевское Евангелие 1839 года», полное собрание Достоевского в 12 томах 1894 года, собрание произведений Ивана Франка в 50 томах. Все эти лоты были представлены продавцом антикварных книг «Иванов» с безупречным деловым рейтингом и почти с 3000 позитивных отзывов. В кабинете профиля среди тысячи активных лотов каждый сможет найти для себя интересные, ценные и редкие издания для своей коллекции. Антикварные книги 18-20 веков представлены уникальными экземплярами исторической, юридической, философской, церковной и религиозной литературы, редкими собраниями сочинений и подписных изданий, научно-технической и медицинской литературой. Хорошо представлена тема градостроительства и архитектуры. Кстати, только до 4 апреля на все книги с доступной функцией предложения цены у продавца действует акция минус 50%. То есть уже сейчас за полцены вы можете приобрести, например, перепись украинского населения 1926 года, еще до Голодомора, или большое напрестольное Евангелие 1903 года. Просто предложите свою цену за издание, а продавец его качественно упакует и отправит в течение суток с момента оплаты. За продавцом уже наблюдают 260 любителей старых книг. Подпишитесь, и вы также будете в числе первых узнавать о новых поступлениях. Ссылку на профиль продавца вы найдете в описании под видео. Коллекционируйте историю вместе с Виолити.